Ну что, Джостик, ты готов к поездочке? А? Красавчик. Ну что же, всем приветики, пистолетики. Настал тот день, когда мы с этим маленьким лысым другом уезжаем из Украины. Так вот. Сейчас находимся в Кишиневе. Выехали легально, все по закону. Но дело такое. Так что вперед. Сейчас поедем на автобус до самого Мюнхена. Вот таким образом у нас катается Джостик, да, Джостик? Спокойный, как удав. Ждем такси, едем на автобус. Вот наши вещи. Тут мы жили в район центрального рынка. И там вот тут вот домик с крышей. Это мини-отель. Так, ну что, мы наконец-таки прошли румынскую границу, уже на территории Румынии. Остановились возле волонтерского центра покушать, попить кофе, все бесплатно. Вот так вот круто. Вот такой вот у нас автобус. Большой, двухэтажный. Комфортабельный. Вот Джостик, который не хочет пить, перешуганный. Да, иди попей, Джо. Джо, иди сюда. На, попей. Василька. На, на, попей воды. Ну, попей, попей. Ну, куда ты? Ну, что, ты пить не хочешь? Не хочет пить. Ну, румынский флаг. Раздают нам чай, кофе. Hello. Бери, не хочу, да? Рыбка, паштеты. Что тут написано? Это, ну, это веганская такая, овощная, я думаю. Тут я прочитала, сардина. Веган. Но это овощная. Овощная, да. Сколько людей. Все счастливы. Вещички. Грушечки. Прикольные. Орешки. О, какой заяц классный, да? Зайки и зайца такого. Пойдет. Thank you.
Вот очередная остановочка у нас в Румынии. Направляемся в сторону города Брасов. Так тут красиво. Сейчас покажу. Там вот виднеются уже горы. Там вот у кого-то топится что-то, мангальчик. Тут кукуруза, и вот там вот виднеется город. Красота. С каждой минутой я все ближе и ближе к своим джойстикам. Потемнело, ехали. Ой, еще целую ночь ехать, но у нас произошло небольшое ЧП, сбили косулю. Теперь будем ехать с одной фарой, не знаю, как это у нас получится. Сейчас покажу. Вот так вот бывает. В общем, поговорили с водителем. Будем ехать в Липово. 387 километров. Там сервис. Покушаем, пока сделает фару. И уже будет венгерская граница. Поэтому ночка будет веселенькая. Наконец-таки мы доехали. Сейчас будут нам чинить фару. Всех кормят. Всем приятного аппетита. Едой. Все абсолютно фри. Да, Джо? Ты тут как? Как ты тут? Нормас? Джо путешественник. Ку-ку. Какой ты кучерявый. Еще один. Привет. Привет, хороший. Хороший. А вот еще один. Какая у тебя курица. Да я не буду забирать. Подъехал наш автобус. Ну, вот так вот в Румынии за полчаса все сделали. Только что-то коротит немного. Ну, сейчас узнаю. Едем дальше на венгерскую границу. Венгерскую? Да. Час ехать. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Мы продолжаем проходить границу. Уже Венгрия скоро. Такая вот не маленькая граница. Куча автомобилей. Самолетов в небе. Летают один за одним. Перекусить, пообедать, так сказать. И что в Венгрии больше всего мы любим? Конечно же, знаменитый гуляш и паленка. Перчик, паприка и хлебушек. Вкуснотень. Сейчас будем кушать. Лишних гуляшек. На, попробуй перчик. Классно, острый. Пойдет. Добро пожаловать в Венгрию. Ну, в общем, остановились мы в Венгрии, покушали. Очень здорово. Гуляшик, паленка, острая паприка. Едем дальше. Сейчас Будапешт впереди, потом Вена и Мюнхен ночью будет. Every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. Австрия, детка, туалет. Парковочка. Остановились. Электричков сколько? Не знаю, тысячи, наверное. До Мюнхена осталось 400 километров. Последний рывок до Мюнхена. Что-то на Австралии, на Австрию не похоже. Посмотрите сколько. Просто немерено. Я не знаю, кто это столько накурил. Но это жесть. Как так? Ну что же, мы приехали уже в Мюнхен. Красота. Доехали 35 часов на этом автобусе. Куча людей. Сегодня пятница, очень оживленно. Сейчас будем двигаться на вокзал и искать рейсы дальше. Короче, уже мы на ЖД-вокзале. Это трэш. Столько народа. Не понимаю, наверное, надо купить билет. Мои вещи. Вот тут вот продаются билеты. Короче, я уже в поезде. Уселся тут. Скоро будем ехать, впереди еще 4 пересадки или 3. Короче, трэш, всем утра приеду. Джостик бедный устал, да, Джос? Сейчас я тебя подниму, сейчас. Короче, 7.07. Я все-таки прошел этот квест на поездах. Уже совсем скоро увижу своих девочек. Буквально через час. Еду в Фрайбург. Это не хотелось бы.